Невский судостроительно-судоремонтный завод находится в городе Шлиссельбурге, расположенном в 40 километрах вверх по реке Неве от Санкт-Петербурга на выходе в Ладожское озеро. Основными направлениями деятельности завода являются судостроение, судоремонт, модернизация и конверсия судов. Основанный в 1913 году, почти 100 лет назад, как судоремонтные мастерские, завод начал самостоятельно строить суда в 1952 году. На сегодняшний день построено более 270 судов различных классов и назначения. С 2009 года завод имеет стабильную полную загрузку судостроительными заказами, осуществляя строительство под ключ всех типов судов – дедвейтом до 7 тысяч тонн. Производственные мощности завода, модернизированные в соответствии с современными судостроительными технологиями, позволяют строить суда, отвечающие всем международным стандартам. Удобное расположение завода на крупнейшей водной магистрали в Волго-Балтийском водном пути позволяет транспортировать построенные заказы как по внутренним водным путям, так и в международный морской порт Санкт-Петербург для дальнейшей доставки заказчикам, а также оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживание проходящих судов. Все работы производятся под надзором Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра, имеющих на заводе собственные офисы. Использование высококачественных материалов и автоматизация производственных процессов позволяет обеспечивать надлежащее качество на всех этапах строительства судна, а проектирование с использованием трехмерного моделирования судовых помещений и систем позволяет существенно повысить качество проектных решений. Система менеджмента качества Невского судостроительно-судоремонтного завода в 2008 году сертифицирована русским регистром на соответствие требованиям ISO 9000-2008. Ежегодное подтверждение сертификации свидетельствует о соответствии политики и целей предприятия в области качества самым современным требованиям. Многофункциональное аварийно-спасательное судно. Проект МПСВ-07. Длина габаритная 73 метра, ширина габаритная 16,6 метра, высота борта 6,7 метра, рабочие осадки от 4 до 5,1 метра. Мощность энергетической установки 4 мегаватта. Скорость на полном ходу 15 узлов. Тяговое усилие на швартовых 70 тонн. Автономность 20 суток. Экипаж 20 человек. Мест для спасенных 81. Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства». Проект МПСВ-07 разработан морским инженерным бюро. Многофункциональное аварийно-спасательное судно неограниченного района плавания усиленного ледового класса предназначено для поиска и оказания помощи терпящим бедствия судам, поиска, спасения и эвакуации людей, снятия с мелей аварийных судов и их буксировки, тушение пожаров на судах, тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти, выполнение глубоководных подводно-технических работ на глубинах до 300 метров, обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров. Для выполнения поставленных задач судно оснащено дизель-электрической энергетической установкой с двумя полноповоротными винторулевыми колонками суммарной мощностью 4 мегаватта и двумя носовыми подруливающими устройствами мощностью 995 кВт каждая. Требование динамического позиционирования ДИНПОС-2 выполняется при волнении до 4 баллов, скорости ветра до 4 метров в секунду, течении до 3 узлов. Предусмотрена система успокоения бортовой качки. Для борьбы с пожаром установлено специальное оборудование в соответствии с требованиями FF3, система водяных завес и орошения. Морские буксировки обеспечиваются кормовой буксирной лебедкой с тяговым усилием около 70 тонн на гаке с автоматической и дистанционной отдачей. Для спасения людей с поверхности воды установлена морская эвакуационная система. Для ликвидации аварийных разливов нефти судно оборудовано бортовой нефтесборной системой, а также двумя катерами-бонопостановщиками.
Для спуска и подъема катеров, водолазного оборудования и развертывания средств «Ларн» имеется два крана грузоподъемностью по 20 тонн с вылетом стрелы 15 метров. По заказу Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, Невский завод осуществляет строительство серии из трех судов. Спасатель «Карев» строительный номер 701, спасатель «Ковдейкин» строительный номер 702 и спасатель «Заборщиков» строительный номер 703. Суда предназначены для восполнения и обновления флота Госморспасслужбы России. Танкер-бункеровщик прибрежного плавания. Проект СК-4902. Длина наибольшая 47,85 метров. Ширина наибольшая 10 метров. Высота борта 4 метра. Осадка 2,85 метра. Мощность энергетической установки 1164 киловатта. Эксплуатационная скорость хода 8 узлов. Экипаж 4 человека. Общая вместимость грузовых танков 745 кубических метров. Классификационное общество Бюро Веритас. Проект танкера-бункеровщика прибрежного плавания дедвейтом 850 тонн разработан норвежским дизайн-бюро Skips Consulent. Судно представляет собой однопалубный двухвинтовой теплоход с упрощенными баржевыми обводами, в кормовой части которого оборудованы машинное отделение, жилая надстройка и рулевая рубка. В полном соответствии с требованиями международных конвенций, грузовая зона, отделенная от машинного отделения насосным отделением, защищена по всей длине двойными бортами и двойным дном. Грузовые танки могут принять до 745 кубических метров светлых и темных нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 градусов Цельсия, в том числе тяжелое топливо и шлам. Подогрев тяжелых сортов груза обеспечивается расположенным в машинном отделении электрическим подогревателем с регулировкой температуры. Все грузовые и балластные операции производятся дистанционно с поста управления грузовыми операциями, оборудованного в рулевой рубке. Максимальная скорость выгрузки двумя основными одноступенчатыми винтовыми насосами составляет 600 кубических метров в час, погрузки 400 кубических метров в час. Для обслуживания грузовых шлангов в средней части судна устанавливается электрогидравлический кран, рассчитанный на подъем 1 тонны груза при максимальном вылете стрелы в 13 метров. Мойка танков на бункеровщике выполняется с помощью стационарных и переносных моечных машинок, погружаемых через специальные люки. Главная энергетическая установка судна включает в себя два дизеля Mitsubishi, развивающих по 582 кВт максимальной длительной мощности. Каждый двигатель через упругую муфту и редуктор, понижающий обороты с 1500 до 432 оборотов в минуту, соединяется с грибным винтом регулируемого шага диаметром 1,4 метра. В состав электроэнергетической установки танкера входят два валогенератора мощностью по 424 кВт и один 50-киловаттный стояночный генератор. Экипаж танкера-бункеровщика состоит из 4 человек. Уровень автоматизации энергетической установки судна позволяет управлять ею дистанционно из ходовой рубки и не требует постоянного присутствия персонала в машинном отделении. При работе в прибрежной и портовой зонах экипаж судна состоит из 2 человек, что позволяет минимизировать эксплуатационные затраты. Функциональные и маневренные, эти суда занимают высоковостребованную нишу современных двухкорпусных портовых бункеровщиков. Заводом построено 2 таких судна по заказу норвежской компании Hogland Tankers. В настоящее время оба судна успешно эксплуатируются в портах Норвегии, Осло и Берген. Разъездное судно смешанного река-море плавания для VIP-пассажиров. Теплоход «Нева». Проект ПВ-02. Длина габаритная 44,2 метра. Ширина габаритная 7,15 тысячных метра. Высота борта 2,5 метра. Осадка 1,85 метра. Эксплуатационная скорость хода 11,5 узла. Экипаж 6 человек. Пассажиры 10 человек. Классификационное общество Российский речной регистр. Предназначена для прогулок по внутренним водным путям Российской Федерации, в том числе по Ладожскому и Онежскому озерам. Предназначена для прогулок по внутренним водным путям Российской Федерации, в том числе по Ладожскому и Онежским озерам,
а также Финскому заливу Балтийского моря с 10 VIP-пассажирами на борту. Надводный габарит судна позволяет проход под неразведенными мостами Санкт-Петербурга. Эксплуатация судна возможна на волнении с высотой волны 2,5 метра. Автономность судна по запасам топлива и провизии 5 суток. Дальность плавания с полными запасами приблизительно 1500 морских миль. Разъездное судно «Нева» построено по заказу ОАО «Северо-западное пароходство». Сдано в эксплуатацию 1 июля 2010 года. Проект разработан морским инженерным бюро. В соответствии с пожеланиями заказчика, судно создавалось как современная реплика пассажирских речных трамвайчиков 50-60-х годов типа ОМ. Для воссоздания атмосферы сохранены формы обводов судна и конструкция надстроек. При этом за старомодной внешностью скрывается новейшее оборудование, расширенные эксплуатационные возможности, высочайший комфорт. Судно представляет собой стальной двухвинтовой теплоход с наклонным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью. Главные двигатели располагаются в средней части судна. В качестве главных двигателей используются два высокооборотных дизельных двигателя Mitsubishi мощностью 215 кВт каждый, работающих через реверс-редукторы на гребные винты фиксированного шага диаметром 1 метр. Вспомогательная энергетическая установка состоит из двух дизель-генераторов Кохлер мощностью 80 кВт каждый. Для отдыха пассажиров в носовой части судна оборудовано 5 кают, 3 из которых повышенной комфортности. В каютах имеются большие двухспальные кровати, кожаные диваны, массивные шкафы. Каюты оснащены большими телевизорами, качественной аудиосистемой и мини-холодильником. В каждой каюте свой санузел. В отделке стен и потолков использованы панели, облицованные натуральным шпоном дуба. На полах натуральное ковровое покрытие. Интерьер теплохода выполнен в стиле сталинский ампир, для которого характерна монументальность и величественность. Этот стиль прославился своей роскошью, обилием дорогих натуральных материалов и высоким качеством исполнения. Двухуровневые потолки, массивные фигурные обвязки, обилие декоративных элементов в классическом стиле, зеркала, кожаные диваны – все это создает неповторимую атмосферу эпохи 50-х годов. В средней части судна размещается блок помещений с сауной. В кормовой надстройке для отдыха пассажиров оборудован салон и прогулочная палуба. Покрытие прогулочной палубы изготовлено из массива экзотического дерева ирока, устойчивого к повышенной влажности и другим неблагоприятным воздействием окружающей среды. Салон занимает площадь в 55 квадратных метров. Здесь располагается большой обеденный стол на 12 персон с удобными мягкими стульями, трехместный диван из натуральной кожи. В кормовой части салона находятся две зоны отдыха. Помещение оборудовано большим 42-дюймовым телевизором и аудиосистемой, обеспечивающей качественный звук в любой точке салона. Напольное покрытие выполнено из массивного дерева Мирбан. Поддержание комфортной температуры и влажности воздуха, а также организацию бесперебойной циркуляции воздушных масс обеспечивает единая система кондиционирования и вентиляции с индивидуальным управлением в каждом помещении. Судно имеет грузовую кран-балку для спуска на воду скоростного разъездного катера и гидроцикла, установленных на шлюпочной палубе. Кормовой кринолин имеет два трапа для спуска пассажиров в воду. Жилые и служебные помещения для экипажа численностью до 6 человек оборудованы в кормовой части судна, имеют отдельный вход и не сопрягаются с пассажирскими помещениями. Современное оборудование и степень автоматизации позволяет осуществлять управление судном с ходового мостика одним членом экипажа. Обеспечению безопасности судна и пассажиров способствует система кругового видеонаблюдения. Многоцелевой сухогрузный теплоход дедвейтом 7150 тонн. Проект РСД-49. Длина наибольшая 139,95 метра. Ширина габаритная 16,7 метра. Высота борта 6 метров. Осадка в реке 3,6 метра. Дедвейт в реке 4520 тонн. Осадка в море 4,7 метра. Дедвейт в море 7150 тонн. Вместимость грузовых трюмов 10 920 кубических метров. Мощность энергетической установки 2400 кВт. Эксплуатационная скорость 11,5 узла. Экипаж
10 человек. Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства». Проект РСД-49 разработан морским инженерным бюро по заказу Невского судостроительно-судоремонтного завода и северо-западного пароходства, крупнейшего перевозчика грузов на северо-западе России, и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций. Когда было принято окончательное решение северо-западным пароходством о строительстве судов проекта РСД-49 типа «Река-море», выбор практически сразу пал на Невский судоремонтно-судостроительный завод. Естественно, не последнюю роль сыграло то, что Невский завод является дочерним предприятием северо-западного пароходства. Второе, то, что мы размещали заказы на строительство судов на Невском заводе, и данные заказы были выполнены в срок и с должным качеством. Суда проекта РСД-49 в соответствии с принятой в Морском инженерном бюро классификацией относятся к классу «Волгодон-Макс», то есть имеют максимально возможный для Волгодонского судоходного канала водоизмещение и габариты. Невский завод осуществляет строительство для северо-западного пароходства серии из 10 таких судов. Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных и опасных грузов в международном сообщении. Грузовые трюмы оборудованы складывающимися люковыми закрытиями типа «Фолдинг» фирмы «Карготек МакГрегор», обеспечивающими 100% раскрытие трюмов. Уникальной особенностью судна РСД-49, отличающей его от других аналогичных судов смешанного река-море плавания, является наличие большого среднего трюма длиной 52 метра, который позволит перевозить в прямых рейсах Европа-Каспий негабаритные проектные грузы, что должно существенно повлиять на совокупный финансовый результат работы. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля «Вяртсила» мощностью 1200 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сантистокс. Экипаж судна 10 человек, предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана. Судоремонт остается одним из главных направлений деятельности Невского судостроительно-судоремонтного завода, располагающего всем необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения комплексного ремонта судов внутреннего и смешанного река-море плавания. Работа выполняется как в межнавигационный период, так и во время навигации. Заводом также накоплен значительный опыт в модернизации и переоборудовании судов. В активе завода увеличение грузоподъемности судов типа «Невский» за счет модульной вставки в корпус, реновация и переоборудование сухогрузных теплоходов в танкеры-бункеровщики и плавучие рестораны. Производственные мощности завода, а также налаженные партнерские отношения с субподрядчиками позволяют выполнять ремонт всех типов судов, весовые нагрузки и габариты которых отвечают возможностям слипа и акватории завода. Основные ограничивающие характеристики – длина до 140 метров, доковый вес до 3000 тонн, осадка порожнем до 4 метров. На межнавигационный период, ноябрь-апрель, завод может одновременно принять в ремонт с подъемом на слип до 6 судов типа «Волгодон», «Волгобалт», «Волгонефть», «Сормовский». Одновременно ремонт такого же количества судов может производиться у причальных стенок завода. Все ремонтные работы производятся под надзором инспекторов Российского речного регистра и Российского морского регистра судоходства, участки которых расположены непосредственно на территории завода. Высокая квалификация специалистов отдела судоремонта, а также гибкая ценовая политика, проводимая заводом, позволяет совместно с судовладельцами находить наиболее приемлемые для них решения в части организации ремонта и выполнять ремонт с должным качеством и в кратчайшие сроки. Невский судостроительно-судоремонтный завод – современное, динамично развивающееся предприятие. Сегодня наш завод имеет полную загрузку и ясные перспективы на ближайшие несколько лет, благодаря тому, что завод в свое время был модернизирован и автоматизирован с применением новейших достижений и технологий.
Тем не менее, думая о будущем, завод открыт для сотрудничества как с проверенными партнерами, так и с новыми заказчиками. Среди наших заказчиков мы хотели бы видеть прежде всего российских судовладельцев, эксплуатирующих сухогрузные наливные суда смешанного река-моря плавания. Именно на строительстве таких судов дедвейдом от 3,5 до 7 тысяч тонн и специализировано наше производство. По-прежнему считаем очень перспективным направлением строительство двухкорпусных танкеров-бункеровщиков вместимостью от 800 до 5000 кубических метров. Добро пожаловать на наш завод!